Привет, друзья! Вы на канале Happy Kids. Смотрите, кто это сегодня у нас в гостях. Это же к нам прибежали персонажи мультфильма «Герои в масках». И хотя днем это совершенно обычные ребятки, ночью они одевают свои волшебные пижамки, чтобы спасать мир. Давайте познакомимся с каждым из них поближе. Мне очень нравится вот этот вот мальчишка. Вы наверняка знаете, кто это такой. Это Конор. Днем Конор, а ночью Кэтбой. Его суперспособности – суперслух, суперпрыжок и суперскорость. Все точно, как у настоящего котика. И машинка его супергеройская называется Кэтмобиль. Вот такой вот ловкий паренек. Давай посмотрим, что ты нам принес. Опа! А принес ты нам какую-то классную собаку. Суперкот принес суперсобаку. Вот такой вот язык у нее торчит. И она точно что-то умеет делать. Давайте посмотрим, что именно. Так. Опа! И кружится, и убегает. Сыночек ты. Она умеет кружиться и вот так вот язычком делать. Прикольный ты такой зверь. Так, кто у нас тут следующий? Например, вот эта вот супергероиня. Красная совушка. Это Амайя, Алет. При трансформации она одевается в красный костюм с плащом, который может затвердевать в крылья. Она может видеть в темноте из-за суперсилы совиный взгляд и летать с помощью своих суперкрыльев. Полетели спасать. Красавица такая. Хорошая. Покажи нам, что ты там принесла нам в сюрпризике в своем. Тарахтящем. Опа. Кто-то тоже с крыльями. Самолетик. Кругленький пузырек. Покажи нам, что ты умеешь делать. Опа! Вот так! Он кружит! Кружится и переворачивается! И собачку завалил нашу! Давай еще раз! Класс! Вообще! Тух-тух-тух-тух. Все, и приехал. Самолет, ты крутой. Так, это кто у нас тут забрался на яйцо? Ты чего туда залез? Я же сам не знаю, чего я туда залез. То ли яйцо мое, то ли непонятно. Залез и сижу. Знаете, чего залез? Потому что это Грег, он же Гекка. Этот малыш трансформируется в героя-ящерку. Он еще говорит все время «ящерки в ящике». Его суперкамуфляж Гекка позволяет ему быть незаметным, а супермускулы поднимать очень тяжелые вещи. Может быть, как это яйцо? А суперприсоски ящерицы лазить по стенам. Вот поэтому он сюда и прилепился. Привет! Давай уже отлепляйся, да будем смотреть, что там внутри. Кто-то там на меня смотрит. Ты кто такой? Зверь, привет. Ты медведь, да? Ящерки, ящики. Что это у тебя в руках? Это рыба. Ты с рыбалки, что ли, идешь, да? Несешь себе ужин. Мишка. Велички еще и на лапки становятся. Да ты молодец! Настоящий цирковой артист! Ура! Мне так нравится! Классный ты медведь! Ящерки в ящике. Скачет и скачет. Классный ты зверь! Вы видели, как он умеет? Ух! Молодец! Много тренировался. Так, это ж кто у нас тут остался? Ты какой-то необычный, да?
Ага, потому что ты не герой в масках, а потому что ты злодей. Его зовут Ромео, он очень умный, конечно. Только, к сожалению, он направляет весь свой ум не на добро, а на то, чтобы завоевать мир. Поэтому все его изобретения обычно пакостят всем. Герою в масках приходится с ним сражаться. Вот такой вот у нас тут Ромео. Покажи нам, дружочек, что ты нам принес. Последний сюрприз от супергероя в масках. Какой-то странный зверик. Ты что ли утенок? Или пеликан? Смешно, я его не представляю. У него так болтается голова, я даже не знаю, что он сейчас будет делать. Крылышки двигаются. Голова болтается. Он просто ездит и клюет все подряд. Видите, какой он смешной. Вот так вот я его просто держу в руках и вот так вот он делает своей головой этой болтунчик. Бум. Да, вот так. Смешная ты утка, вообще смешная. Развеселила. Ну вот, друзья, такие сегодня к нам пришли веселые герои, принесли с собой веселые сюрпризы. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Пока-пока.